валентности 2, и здесь тоже есть другая белая вершина валентности 2, то станет понятно, что петля – это просто частный случай двух параллельных ребер, двух ребер, ведущих, соединяющих одни и те же вершины. И, кстати, именно наличие кратных ребер не позволяет нам сказать, что ребро – это просто пара вершин, потому что мы можем брать одну и ту же пару вершин, и ей будет инцидентно много ребер. Значит, много чего можно, нежелательно только иметь несвязанные графы. Теперь многообразие.